Волонтеры собрали около 4 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения гражданам Турции и Сирии. Жители области приносили теплую одежду, детские вещи, продукты, стройматериалы и многое другое. Волонтеры отмечают, несмотря на то, что жители этих двух стран совершенно незнакомые для казахстанцев люди, они не остались в стороне и всячески помогают. Причем активно приносят вещи и продукты не только молодежь, но и пенсионеры. Сегодня груз отправили в Астану, уже оттуда самолетом его доставят в Турцию. Кроме того, волонтеры параллельно ведут сбор денежных средств. На сегодняшний день удалось собрать порядка 1 000 000 тенге. Гуманитарная помощь принимается на стадионе «Юность» ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Я вот хотел бы, наверное, поблагодарить наш народ. Какой дружный у нас народ, какие дружные у нас сердца за то, что вот, приносили со своих домов, кто-то даже приобретал за свои средства. Сколько раз я был свидетелем, когда приходили пожилые люди, то есть бабушки, которые на пенсии, приносили продукты питания, или же памперсы приносили. Сколько я видел молодых поколений, молодежи, которые приносила и жаждала помочь нам.